Всем привет, вы на канале OMZAP. Сегодня у нас в работе Kia Optima 21 года выпуска, 70 тысяч пробега. Мотор 2 литра турбо. Причина обращения: вечером, значит, владелец приехал домой, заглушился, было хорошо, с утра ее уже не завел. Запускается она только под полный газ, и то троит, нестабильные обороты. Изначально думали, забитый катализатор. Посмотрели катализатор чистенький, все хорошо. Решили сделать эндоскопию стенок цилиндров. И в ходе эндоскопии, давайте посмотрим, мы наткнулись на то, что в третьем цилиндре у нас почему-то открыто три клапана. Раз, два и третий. И они друг с другом встретились. Почему так произошло, пока непонятно. Сейчас будем снимать двигатель. Разбирать, дефектовать, соответственно, вам все покажем. Ну вот, мотор немножко подразобрали, сняли турбину, сняли впуск. Значит, там вот можно, сейчас свет возьму. Где он здесь? Вот они, два открытых клапана выпуска. Причем как-то не так. Даже вот этот вот больше закрыт. Вот этот открыт. И со стороны впуска. Вот они, два открытые, один. Там выпускной открыт. Пока что есть предположение, что он рассухарился, мог рассухариться клапан и, соответственно, туда вывалиться. Но это пока только предположение. Сейчас вскроем крышку ГРМ переднюю, посмотрим, что там. О! Цепочка чуть подрастянутая. Здесь уже более 5 зубьев натяжитель вылез. Ну и вот, как можно наблюдать, да, момент. Какой-то опасный момент, да? Да, моментик опасный очень. Ну, вот, есть износ направляющих цепи. Сама цепь. По моменту установки обратно ТНВД вот этого, тоже его нужно правильно ставить. Там, когда толкатель достаешь, будет видно, в одном положении только встанет обратно. Только толкатель, вот он, толкатель. Ну, сейчас, когда разберем, на спидвале покажу, будет лучше видно. Я вижу уже ёды. Да. Я тоже как бы увидел немножечко, да? Кто знает, что это, пишите в комментариях. Что такое тут похвалит? Валяется так беспризорно. Причем аккуратненько, заметил, не куда-то. Ну, видите, наши предположения оказались очень верны. О, вот он второй, смотри, аккуратненько лежит. Так. Ну и что, снимать распредвал нужно, смотреть. Ну, распредвалу досталось. Ну, скорее всего, распредвал под замену. Его убило, получается, что ли? Да, да. У него даже эксцентрик сотри съела. Да. Ну и стакан, видишь, разбило. Смотри. Очень интересно. Интересно, хорошо, хоть на нем вон номер остался, что мы сможем подобрать. Потому что здесь же клапана регулируются, ну, стаканами. Да, стаканами, да.
Ну вот он. Почему он сухарился? Давай попробуем пошевелить клапан. Шевелится он, наверное. Магнитиком не хочет. Нет, его погнуло. Нет, его погнуло, да. Никак оттуда вообще его взять. Хорошо погнуло. Слушай, ну башке не капец. Но он, скорее всего, замена направляющих будет. Ну это считай, что башке капец. Ну, считай, да, будет ремонт головы. Да, вот сейчас у нас здесь клапана закрылись, а тот никуда. Вот он. Да, попробуем его выколотить хотя бы оттуда. Ну, видно, да, он, вон он, горб. Да, он клевой, как сабля. Еще больше. Есть, он живой. Ну, есть, да, вот отметина на поршне. Слушай, ну смотри, даже хон есть. Он хороший, да. Низ даже вообще не трогаем. Ну и все, в принципе, что у нас, ребилд головы. Давай подытожим. Дальнейшие наши действия какие? Разберем головку, промерим ее плоскость, поменяем направляющие, поменяем клапана, отрегулируем их, поставим, и будет все это долго опять ездить и счастливо. Момент какой, ребят, хоть это и турбовая Optima, не надо забывать, что это все-таки кореец. Они этого не выдерживают, не терпят. Раз, два, там, три в год, да, это можно как бы где-то на трассе пошалить и прочее. По городу они этого не любят. Вот он результат. Если хотите увидеть сборку данного мотора, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!